Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Ну что ж, переходим к традиционной программе «Народная трибуна». Участвуют все. Я хотел вот с чего начать. Во-первых, со слов благодарности. По-прежнему звонят люди, по-прежнему приходят чеки, чтобы поддержать наше радио. По-прежнему приходят переводы. Если вы пользуетесь интернетом, то через нашу страничку radio.nvc.com, там по-прежнему есть кнопка Donation. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Ну и потом, вот видите, кроме, так сказать, политических разговоров или с беседами с врачами, вот такие встречи с представителями Jewish Family Services порой вносят ясность в ход происходящих событий, о том, как, что нужно делать, как себя вести и так далее. Я думаю, что в этом смысле мы несем некую пользу нашим слушателям. Да. Мне хотелось бы добавить вот вдогонку всего того, что сказала Алла, исходя из собственного опыта. Значит, вчера мне позвонил папа, теща. Срочно нужно заполнить какие-то бумаги на интернете. Где? Ну, вот там вот на интернете где-то там. Кто вам сказал? Нам сказали соседи или кто-то там. А кто соседям сказал? А соседям сказала их подруга. А подруги, знаете, что такое испорченный телефон? Вот в этом случае вот так оно и работает. Поэтому если... какие-то вопросы, лучше всего пожилым людям обратиться хотя бы к детям своим, которые хорошо говорят по-английски, читают и могут зайти вот на страничку irs.gov и почитать. Там очень детально все расписано и очень детально объяснили тем, кто заходит к ним на страницу, что нужно делать, кто имеет право на эти деньги, кому нужно заполнить, кому не нужно заполнять, кто автоматически получит. Поэтому хуже всего, когда вы слушаете людей, которые где-то, как это, одна бабка сказала, ОБС, да? Одна бабушка сказала. Да, позвоните или поинтересуйтесь у тех, кто действительно может получить более-менее достоверную информацию. И еще, в прошлый раз мы коснулись темы, я сказал о том, что сенатор Дик Дюрбин и губернатор Притцкер отказали, так сказать, компании, которая выпускает одежду, которая предложила свои услуги по выпуску масок. Расположенная в Дисплейнс, если я не ошибаюсь, да. Если мне память не изменяет. Так вот, эта компания добивалась разрешения FDA в течение месяца, в конечном итоге получила это разрешение, но наши политики, кстати, Дик Дюрбин будет переизбираться в этом году. Просто возьмите на заметку. А предпочли китайского производителя, предпочли поддержать китайского производителя, а нашим отказали. Поэтому компания вынуждена была уволить 300 человек. 300 человек потеряли работу. Вот вчера, по-моему, или сегодня, вот ABC7 сообщает о том, что служба Health and Emergency, официальные лица разослали через сирену, есть такая служба оповещения, предупреждение, что маски, закупленные в Китае, промаркированные как KN95, потому что наши стандартные маски, вот те, которые разрешены к применению, которые соответствуют требованиям, они маркируются как N95. А вот эти китайские маски KN95 закуплены в массовом порядке. Они не соответствуют требованиям и так далее. То есть была отдана команда полицейским, пожарным, в общем, first responders, так называемым, этим службам эти маски не использовать, потому что они сделаны не по стандартам и не соответствуют требованиям. И кроме того, что цены на них возросли в 3 раза. Вот.
То есть китайцы еще и на этом решили срубить денежки. Вообще, что касается Китая, интересно, ну, я там поставил фотографию на Facebook, что китайцы, так сказать, почему они себе позволяют себя так вести, потому что, то есть, почему они позволяют себе лгать, так сказать, это уже факт, что они задержали информацию с помощью Всемирной организации здравоохранения, которая, судя по всему, находится у него в кармане. Но это отдельная история про Тодроса этого, эфиоп, который марксист. И китайцы его продвинули на эту должность. И почему он занял позицию Китая, почему он покрывал их, почему он покрывал их ложь, и что послужило на самом деле причиной вот таких массовых заражений и смертей. Так вот, китайцы, так сказать, могли позволить себе лгать, не говорить правду, потому что они точно знали, что половина американцев будут на их стороне. И вот средства массовой информации набросились на президента, что якобы он не сделал ничего, и в то же время защищают Китай. Вы посмотрите статьи, февральские статьи Washington Post, New York Times, послушайте CNN. А после того, как в январе месяце, 31 января, президент Трамп отменил авиационное сообщение между Китаем и Соединенными Штатами, вы послушайте выступление кандидата от Демократической партии в президента Джо Байдена, который обвинили Трампа в расизме. Вы послушайте выступление директора Всемирной сионистской организации, который тоже сказал, что это совершенно неправильно поступил президент, что нельзя этого делать. Он атаковал в США, европейские страны, которые попытались перекрыть сообщение. В общем, просто у китайцев есть хорошие союзники. Вообще удивительно, Демократическая партия вступает в союз с такими странами, как Китай и Иран. Вот, скажем, деньги, выделенные на поддержку малого бизнеса, уже закончились. Но это не секрет, все уже знают об этом. Я уже получил сообщение, мы попытались подать заявку на лон, заполняли application, получали email, заполняли очередной application, получали email, заполняли очередной application, а в итоге пришел месседж: деньги кончились, можете не беспокоиться, денег больше нет. Так вот, республиканцы в Сенате предложили выделить дополнительных 250 миллиардов долларов денег для поддержки малых бизнесов, потому что многие малые бизнесы не получили. Кто-то получил, но многие не получили. Мы, в частности, не получили. Так вот, одним из условий соглашения между демократами и республиканцами, скажем, сенатор от штата Калифорния Дайан Файнстайн требует, чтобы мы выделили Ирану 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. В противном случае она выступает против подписания этого законопроекта. А остальные демократы, есть еще одно условие: выкупить города и штаты. То есть, скажем, Калифорния, губернатор Калифорнии объявил о том, что он не оставит никого без внимания, что независимо от вашего иммиграционного статуса, находитесь вы здесь легально или нелегально, или вы только вчера перепрыгнули через забор, все должны получить деньги. А значит, у них что, лишние деньги? Нет, оказывается, денег нет. А где же взять? А вот, вместо того, чтобы дать малым бизнесам, давайте дадим городам и штатам. Или, скажем, мэр Чикаго Лайтфуд тоже на пресс-конференции сказала, что мы одарим всех нелегальных иммигрантов вот этой помощью. Мы не можем их оставить в беде, мы должны им дать денег. Это еще одно условие, на которое республиканцы не соглашаются. Или, скажем, на протяжении десятилетий демократы разворовывали наш штат. Пенсии безумные там. Ну, в общем, вы знаете, в каком положении штат находится. Так вот, чтобы выкупить штат, уже посчитали там миллиарды долларов. Де Блазио заявил тоже, что ему нужно 7 миллиардов долларов денег. То есть вот это еще одно условие, на которое республиканцы не соглашаются, а демократы отказываются голосовать за законопроект, который бы помог малым бизнесам американским в размере 250 миллиардов долларов. Я не думаю, что этой суммы хватило бы, чтобы помочь всем, но во всяком случае это помогло бы кому-то. Нет. Демократы отказываются голосовать за этот законопроект, пока мы не выделим деньги Ирану, пока мы не выкупим города
убежище, которые тратят охрененные деньги на нелегальщину. Вот таким образом. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ирина из Атланты. Я, честно говоря, под глубоким впечатлением от последней передачи вот с Пиантковским хотела у вас спросить, как вы считаете, это правда или нет? Во-первых, он с такой уверенностью утверждает, что у нас тут в Америке глубинное какое-то государство, которое манипулирует и Трампом, и сам себе там какие-то делает, обделывает дела. И второй вопрос, он сказал, что в 2014 году, оказывается, был разработан здесь в Норт-Каролайне вот этот коронавирус, потом в 2017 его запретили, и потом они благополучно переехали в 2017-2018 в Китай, и там вроде бы как бы доделали этот вирус до конца. То есть он как бы был сделан американским. Понятно. В одну кучу собрал все абсолютно. Да, спасибо, да, большое. Да, да. Вот. Спасибо большое. Ну, действительно, эту информацию, я не эту информацию видел. По поводу того, что работали с вирусом у нас в Штатах, это действительно было, но потом запретили, потому что это очень опасно. Это действительно так. А в Китае продолжали. Мало того, мы отправили, по-моему, 3,7 миллиона долларов на разработку. Но ведь, вы понимаете, изучение вируса — это не обязательно создание биологического оружия. Ученые работают над вирусом, учат, пытаются понять, как противостоять пандемии, как выработать антитела, я не знаю, там, вакцины и так далее. Наверное. Эти научные разработки постоянно идут. Вирусы всегда имеют мутации, и есть всегда очень много разных вариантов этих вирусов. Поэтому, когда ученые работают над вирусом, они изучают возможности возникновения новых разновидности и возможность и то, как бороться с этой разновидностью. И то, что вот было сделано в Китае, продолжались разработки. Но теперь вот такая теория, что не просто разрабатывались эти теории. Олег, мы, да, сейчас, теории у нас очень много. У нас не хватит времени перечислять и даже перечислять все теории, которые существуют. Единственное, есть официальная информация. В 2017 году наши специалисты посетили эту лабораторию и написали рапорт в Министерство иностранных дел о том, что мы шутим с огнем, что это бомба замедленного действия, потому что лаборатория, которая клирт под такой уровень, она не соответствует тем стандартам безопасности, которые должны быть для лабораторий, работающих с подобным вирусом. Да, это было в 2017 году. Да, я хотел дальше к этому прийти. Кроме того, когда это случилось, значит, китайцы продолжали работать. Более того, сейчас говорят уже о том, что они не просто работали, они еще работали над тем, как это испытать на своих же людях, потому что у них там почти 1,5 миллиарда людей, что для них потерять 2 миллиона. И при этом испытать противодействие. То есть сейчас уже пишут, что у них даже есть вакцина от этого. Поэтому у них так мало вот этих случаев, 82 тысячи. Опять же, правда это или нет? Потому что я думаю, что там тоже все эти цифры умалчиваются. Да, сегодня они добавили, признали, на 50% еще, увеличили, да, что да. Объяснили это тем, что это люди, которые умерли вне стен госпиталя, поэтому их сначала не учли, а вот сейчас их добавили. Да. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать два слова на своих наблюдениях. Я каждое утро, у нас напротив дома, у нас стоит, наверное, расположен парк, и мы с группой китайцев с 6 до 7 часов утра проделываем упражнения по тай-чи и йоге. И вот в середине декабря они неожиданно все, а их человек там 20-30, стали носить маски, а у нас еще в Америке даже коронавирусами не пахло. Вот, и вот наблюдение моего племянника, он работает Rite Aid в фармасе более 18 лет менеджером, и с середины декабря вот это лекарство от малярии один китаец выкупил почти что 100 этих пачек, а до этого это лекарство вообще не, ну, редко кто покупал.
И после этого люди стали, китайцы в основном, покупать эти лекарства. Он заказывал, и вот в середине января эти лекарства, поступление этих лекарств у него прекратились. Вот я хочу сказать о том, что многие наши граждане китайского происхождения уже знали о том, что это наступит. Понятно, спасибо. Ну, на самом деле, как бы есть то, что сейчас уже официально признается, что Китай задерживал эту информацию. Тем временем Китай там скупил 2 миллиарда масок по всему миру, остановил экспорт этих масок из Китая, потому что там вот есть три... В то время, когда они нужны были, а сейчас взлетел цены. 3М компания, которая американская компания, которая выпускает маски там в Китае. Они остановили экспорт этих масок, ну и вообще средств защиты, индивидуальной защиты. То есть китайское правительство знало о том, что у них происходит, но им нужно было несколько недель, чтобы самим подготовиться. И, к сожалению, Всемирная организация здравоохранения сыграла на их поле. Вы помните, они выступали на конференции, директор говорил, что Китай удивительно, так сказать, справился с пандемией, нам с них нужно брать пример. Он заявлял о том, что вирус не передается от человека к человеку, что... Ну, в общем, другими словами, Всемирная организация здравоохранения сыграла на руку китайцам, тем самым поставив мир, поставив такие условия, когда мир оказался незащищенным совершенно и не готовым, потому что если бы эта информация была доступна несколькими неделями раньше, то, соответственно, и меры бы принялись раньше, и результат был бы иной. Но сейчас обвиняют Трампа местные наши. Вместо того, чтобы обвинять Китай, местные демократы обвиняют Трампа. Трамп, первое решительное действие Трампа было принято через 10 дней после того, как был обнаружен первый человек, носитель вируса у нас в США. И на этой пресс-конференции... ежедневные брифинги, которые проводит президент с командой, со своей, он говорит, очень показательно, он говорит, подождите секундочку, что значит раньше не закрыл страну? Ни одного случая заражения нет официально, ну, в стране. И вы хотите, чтобы я остановил экономику, закрыл страну? Что бы тогда они с ним сделали? Они сейчас... Да. Во-первых, ни одного случая. Во-вторых, вот этот вот врач наш самый главный, Фаучи, он да. кричал и говорил, что не волнуйтесь, все в порядке, ничего не будет, у нас нет никакой emergency и никакой угрозы гражданам Америки не существует. А ты сказал о том, что Трамп прекратил сообщение с Китаем, его назвали расистом. Уже прошло давно вот это 31 января, и каждый раз во время этих брифингов и выступлений Трампа, каждый раз его провоцировали этим вопросом корреспонденты. Почему вы так не любите китайцев? Почему вы так предвзято к ним относитесь? Почему вы по-прежнему используете выражение вообще, «китайский вирус»? У него, конечно, железные нервы, я должен сказать. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Я вам уже как-то разговаривал, что я стараюсь не пропускать те брифинги, которые почти каждый день из Белого дома проводит наш президент. Так вот, я не понимаю, почему вы не обратили внимания на его выступление в среду. В среду был совсем другой Трамп. Это был боевой, очень яростный президент, который буквально объявил войну демократам. Он сказал, что пока вы критикуете меня, это свобода слова. Но когда вы проводите саботаж работы, когда вы по 2-3 года не утверждаете мне министров, начальника разведки и моих людей, это саботаж. Значит, вы не хотите выходить на работу, значит, я без вас это все и проделаю. Я имею право отправить вас на каникулы и утвердить все эти должности. Это вредительство. Но это я уже, конечно, говорю это слово. Понимаете, это было бы... Обычно он после брифинга там час отвечал на вопросы, а тут он буквально 1-2 вопроса и ушел. Я считаю, что это было кардинально принципиальное выступление. Это интересно, вот то, что вы сказали. Спасибо большое. Извините, вы абсолютно только... правы, абсолютно правы. Спасибо. Да, я тоже слышал это выступление, да, его то я тоже сказал, обратил внимание. Что он распустит парламент, потому что да. На сегодняшний день сложилась довольно странная ситуация. Президенту дано право во время каникул Конгресса назначать фигуру, которая утверждается Конгрессом. Ему дано такое право Конституции.
Но парламентарии наши, сенаторы и конгрессмены придумали мульку, чтобы нейтрализовать президента. Они на самом деле ни хера не делают, но там несколько человек болтаются по зданию. Дело в том, что у них там чуть ли не график, когда приходит один член Сената, а он открывает какой-то брифинг там или какое-то совещание, да. Делают вид, что они работают. Объявляет его открытым, а потом, получается, он делает его закрытым. Значит, Трамп сказал, да, что действительно он это собирается сделать. И есть куча народу, которая стоит как бы в очереди, чтобы их избрали на какие-то должности. И Трамп сказал, что он будет назначать на должности людей, которые действительно хотят работать и будут работать. Сотни человек не утверждены в правительстве. Да. И на самом деле, ну, то есть вот то, что Олег сказал таким интеллигентным стилем, я должен перевести на русский такой дворовой. Собираются бездельники, которые изображают из себя работников, которые, между прочим, получают немалые деньги. Остальная вся банда разъехалась по своим норам, вот в Пелоси, в частности, в Сан-Франциско. Вот вы, наверное, видели этот клип, где она показывает холодильник за несколько тысяч долларов, большой у нее дома стоит, и там целую коллекцию мороженого. Вот она хвастается перед народом, чем она занимается. А несколько человек вот по очереди там действительно делают вид, что они открывают заседание или совещание, и ни хера не делают, ни хера, и получают деньги. И при этом они ничего не могут сделать. Трамп при этом не может назначить членов своего кабинета, там, в агентство. Поэтому он сказал, я распущу к ядрене матери этот парламент на каникулы, назначу и все. Но это будет опять, эта тяжба будет, дойдет до суда. Дело в том, что... Макканел хотел объявить каникулы, но он не мог это сделать без Шумера. Ну, мы же знаем, кто такой Шумер. Как ты говоришь, по-русски, да, значит, самое настоящее дерьмо. Вот, поэтому из-за него и он не мог сделать это, Макканел. Да, у нас есть звонок. Есть звонки, добрый, да, день. Добрый день. Нету звонка. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Вы сказали, что они получают немалые деньги. А вот Александрия Ортес сказала, что это за 174 тысячи я получаю, что это за деньги? Да, и они себе вот в этот в первый транш, вот в 350 миллиардов, внесли дополнительных там несколько десятков миллионов для того, чтобы повысить зарплату. Да, а 174 тысячи, ну, это для нее это не деньги. Ну как вам это нравится, для этой сикухи, извините. Да, ну вот это то, кого мы избираем в Конгресс. Добрый день, вы в эфире. Ну, добрый день. Добрый. Неизвестна ли еще дата, когда этого марксиста из ВОЗа будут варить в кипящем масле? Спасибо. Их там столько, этих марксистов, кого вы имеете в виду? Окей, друзья, давайте мы, наверное, прервемся, сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Пока идет передача, получили еще один перевод от Владимира Дашевского. Спасибо огромное, Владимир. Спасибо всем, всем, всем спасибо, кто понимает сложность ситуации и у кого есть возможность поддержать радио, и это делают. Спасибо. Что хотел сказать? Я хотел сказать о том, что вот обратили ли внимание вокруг на то, что насколько быстро была погашена вот эта вот истерия насчет нехватки масок и вот этих вот вентиляторов. Обрати внимание, ты помнишь, когда буквально где-то вот неделя была, когда только об этом и говорили, не хватает, не хватает, не хватает. Я помню, на пресс-конференции Куома выступал, сказал, что 40 тысяч вентиляторов нужно, это 136... Да. Да, он действительно это сказал. Значит, дело вот в чем. Исходя из каких-то прогнозов, бросали вот эти цифры. Например, говорили, что в Америке заболеет минимум 2 миллиона, если у нас не будет карантин. А если карантин будет, то будет где-то порядка 200 тысяч. И вот тогда губернатор Нью-Йорка, вот как ты сказал, да, он потребовал 40 тысяч аппаратов. Неизвестно, базируясь неизвестно на какой информации. Когда Трамп отказал, то, естественно, сразу начали кричать, что руки Трампа в крови, и на его совести смерть вот этих вот сотен или тысяч людей. Несмотря на то, что тот же Куомо, взявшись за ручку с Де Блазио,
они утверждали, что никакой опасности не существует. Если бы они закрыли Нью-Йорк, так как они сделали буквально там на неделю раньше, неизвестно, сколько бы людей они бы могли спасти. Да, так вот теперь выясняется, что вот эти вот все спрогнозированные моделями миллионы смертей, они были сильно преувеличены. Почему? Потому что это все базировалось вот на этих моделях, а не на реальных цифрах. И вот в частности есть такой доктор Адамс, он в интервью говорил, что они анализируют эти данные ежедневно, и они передают эти данные общинам, чтобы они могли вообще понимать, насколько правдивы эти цифры. И вот существующим существенным индикатором для ослабления условий вообще вот этого карантина будут именно фактические данные. И в последнее время действительно данные стали более достоверны. Вот, например, кстати, между прочим, ты говорил о том, что Пелоси обвинила... Кстати, между прочим, по поводу достоверных данных, я бы тоже усомнился, потому что вдруг решением мэра Нью-Йорка 3000 человек были записаны в умерших от коронавируса, что превысило сразу общее число больше 10 тысяч. Во-первых, он сказал уже где-то еще неделю назад, что он будет... Значит, теперь в Нью-Йорке будут считать всех, кто умер в это время... жертвой коронавируса. Кроме того, чуть ли не разрешили теперь в Нью-Йорке экспериментировать над людьми, испытывая вот эту новую вакцину. Теперь вспомни, как FDA вставляла палки в колеса вот тем врачам, которые говорили, что есть лекарство, которое действительно поможет. Вспомни этот русский врач, который из 699 пациентов, которых он вылечил... Зеленко. Зеленко. Да, которых он лечил, 695, то есть практически все довольно быстро поправились, и только 4 человека нужно было забрать в больницу. Теперь врач из Калифорнии, не помню ее имя, она сказала, что она сделала тест, который в течение буквально нескольких минут поможет определить, болен человек или нет. Естественно, ей сказали билось, нет. Билось, чтобы ей разрешение сдали. И плюнула она на это все. И действительно, она протестировала молодого парня, который был диагностирован коронавирусом. Поэтому FDA – это тоже еще непонятная организация, которая вставляет палки в колеса. Типичная бюрократическая организация. Да. Олег, давай попробуем быстренько принять звонок, а потом... Добрый день. Добрый день всем. Добрый. Это вас беспокоит Нью-Джерси. Здравствуйте, Нью-Джерси. Здравствуйте, меня зовут Александр. Привет. Я хотел бы у вас спросить такой вопрос, и, может быть, вы можете разъяснить. Недавно губернатор Калифорнии объявил, что 120 миллионов он раздаст нелегалам. Я чего-то не понял, может быть. У нас в финансовом законодательстве или законе есть такая статья расходов, деньги для нелегалов, это как бы деньги налогоплательщиков. Дело в том, что людей, которые легально платят. У каждого штата есть свои фонды, и, между прочим, он не один такой, потому что губернатор, потому что мэр Чикаго сказала то же самое, они будут выделять деньги для нелегалов. Я хотел вас еще спросить, может быть, вы что-то знаете и можете прокомментировать по подписание закона о оружейном в Вирджинии в течение коронавируса, вот этого кризиса, тихонько подписали. Может быть, я неправильной информацией обладаю, может, вы лучше знаете. Я не знаю деталей, но то, что атака была на вторую поправку, это точно абсолютно. Да. Потому что в Вирджинии на сегодняшний день полностью вся власть принадлежит демократам. Так это же нелегально, когда, получается, люди могут... Да, это антиконституционно, абсолютно, по идее. Но потом это будет иск встречный, пока этот иск дойдет до Верховного суда, они могут творить беззаконие. У нас же десятилетиями это творилось. У нас в Чикаго нельзя было ни хранить, ни держать оружие. Если ты, Сережа, помнишь, в Дирфилде, это один из пригородов Чикаго, объявили, что нельзя держать определенный там вид оружия. И то есть потом этот закон аннулировали на уровне штата, но пока это сделали, прошло какое-то время, и действительно люди были, как говорится, да, у нас звонок есть. Добрый день, мы в эфире. Слушаем. Алло. Добрый день. У меня одно сообщение, один вопрос. Это Нью-Йорк.
У нас маски продаются во всех аптеках практически по $1 за маску. А вот вопрос у меня к вам такой. Вы сказали в предыдущем часе, что в Чикаго на апрель-май увеличили фудстемпы. В Нью-Йорке точно не увеличили фудстемпы. Дело в том, что их увеличили не все. Есть разные категории людей, которые получают фудстемпы в зависимости от их дохода, в зависимости от того, пенсионеры они или получают disability. Вот, например, я знаю семью, где мужчине не повысили, потому что он работал в Америке до последнего дня. Жена его, она переболела много лет назад, у нее был cancer. И после этого она не могла работать, и вот ей увеличили там на какое-то определенное число, а мужчина, который работал, ему не увеличили. Поэтому это не просто вот взяли и всем подняли. И тоже увеличили не на все время, а, по-моему, на месяц или на два, вот до мая. Вот это то, что... Я работал, может быть, поэтому. Нет, у нас это тоже не всем, да, поверьте мне. Ответили на ваш вопрос? Да, спасибо. Да. Спасибо. И следующий звонок. Добрый день. Добрый день. Алло. Мы вас слушаем. К сожалению, нет. Вас не слышно. Да, значит, теперь идут разговоры о том, как же все-таки открывать страну, потому что Трамп перешел от слова к делу. И теперь действительно ведутся разговоры и дебаты, и планы, что в ближайшее время, естественно, проконсультировавшись с губернаторами и другими официальными лицами, Трамп примет решение на открытие экономики. Очень многие ошибочно думают, что это прерогатива губернаторов штата. На самом деле нет. Это прерогатива Трампа. Естественно, он это будет делать, как говорится, с ними, посоветовавшись. Вот. Но будет группа создана по возобновлению экономической деятельности, и в нее будут ходить министр финансов, все время забываю фамилию, Мнучин, министр торговли, министр сельского хозяйства, еще там много министров. То есть планируется вплоть до того, что вот обсуждали, а как же вот людям заходить на предприятие, неизвестно, болен он или не болен. То есть будут какие-то быстрые тесты, которые в течение нескольких минут покажут результат, будут измерять температуру. Опять же, будут. Это не значит, что это будет, но во всяком случае это один из планов, из возможностей. Будут стараться, чтобы работники не находились друг от друга близко. Все равно будут какую-то дистанцию хранить. Дело в том, что уже прошли демонстрации. В Чикаго была демонстрация, в Мичигане, по-моему. Люди хотят выйти из дома, люди хотят выйти на работу. Естественно, когда вот происходит какая-то такая ситуация неординарная, и всем сказали сидеть дома, все равно люди не сидят дома, все равно очень много бизнесов открыты. И когда говорят, что открыты бизнесы, которые должны быть открыты, те, которые вот жизненно необходимы для людей, я смотрю, что очень много бизнесов открыты, которые не жизненно необходимы. Марихуану вот. Продают. Марихуану да. продают. Ну вот скажи мне, вот, например, у нас приятель, у него сапожный бизнес, да? У него нету очереди в магазине. Он сидит один и работает. Один раз там в час или в полчаса... Затронул, очевидно, какую-то очень живую тему. Сейчас, секунду, зайдет какой-то человек, да? Он приехал в бизнес, там буквально на 5 минут, зашел полицейский посмотреть, что он делает. В то же время открыты рестораны, когда люди приезжают туда и берут еду. Естественно, что вам выносят еду, человек выносит в перчатках, но неизвестно, что он потрогал этими перчатками и дал вам вот этот вот кулек с едой или коробку из-под пиццы, которую вы, в свою очередь, взяли своими руками и через минуту инстинктивно почесали свой нос или протерли глаз, который зачесался. Поэтому все равно возможность заражения существовала всегда, она есть и будет. У нас звонок есть, да? Добрый день, вы в эфире. Добрый день, это еще раз Александр из Нью-Джерси. Я вас слушаю по Ютубу, поэтому, может быть, запоздала информация. Вы только что говорили за вакцину, которую в Нью-Йорке там ставят палки в колеса и так далее. Так я хочу вам сказать по своему семейному опыту. Значит, моя жена работает в Бруклине, в Маймандис Медикал Центр, в Нью-Йорк Сёрджикал ICU, медсестра.
она говорит, что вот эти коктейль, который этот доктор Зеленко выдвинул, они сейчас это все используют, и больные, которые были на вентиляторах, и есть до сих пор на вентиляторах, они стабилизировались. Спасибо так. большое. И очень еще интересно. Она говорит, что вентиляторы эти практически не помогают в этом случае. Они просто надувают человека воздухом, а легкие уже поражены, и все эти мешочки, получается, все в воздухе и не обрабатываются. Вот это ее информация. Но она говорит, что admission уже меньше намного. Mm-hmm. И они уже знают, как практически делать все. Персонал именно медицинский. Вот. Mm-hmm. Спасибо. Вот такая информация. Спасибо. Дело большое. В том, что вот еще есть информация, как говорится, неофициально. Это я беседовал с женщиной, которая живет в Нью-Йорке. Оказывается, что за каждого больного, который поступает к ним в госпиталя, госпиталь получает 19 тысяч долларов. А если его ставят вот на этот вентилятор, получает 31 тысячу долларов. Поэтому, может быть, в Нью-Йорке и такое количество есть. Не знаю, как в Нью-Йорке, в Чикаго я знаю нескольких человек, близко знаю, которых были симптомы, а одна женщина переболела этим коронавирусом, ее в госпиталь не пустили. Она консультировалась с врачом, и вот 3 недели он ее буквально вел вот так вот пошагово, что нужно делать. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, вот по поводу товарища, сейчас звоню, уточняющую информацию, наверное, даже слышали, что этот вирус, так сказать, весьма хитер, и вот эта так называемая пневмония, она не совсем пневмония. Она понижает уровень кислорода в крови, которая диагностируется, как пневмония, это падает гемоглобин, насыщение кислородом крови, так сказать, определенным образом спасает. Вот. Да, я тоже читал статью патологоанатома, который как раз об этом пишет, что это не пневмония на самом деле. Нет. Она такая, ну, псевдопневмония, будем так говорить. А это псевдопневмония, которая еще... как говорится, легкие начинают покрываться вот такими рубцами. Да, фиброзные там всякие. Да, вот да, совершенно верно, фиброзные изменения. Это весьма хитрый, такого вируса подобного еще в природе не было. А второе, что, ребята, братья, пора к оружию. Если еще так дальше продлится, то тут еще и бандитизм пойдет, помимо всего прочего. О, бандитизм, это второй вопрос, потому что началось это в Сан-Франциско. В Сан-Франциско сотни бизнесов закрывали свои окна фанерой. То есть, там всегда так было. Да, но вот в данный момент там, кроме того, что не хватает масок и лекарств, и перчаток, не хватает еще фанеры. И в Сан-Франциско просто бедственное положение в том плане, что очень много вот этих бездомных на улице, причем они уже чуть ли не там не на центральных улицах города живут, и там ужасная антисанитария. Поэтому там вообще... Да, но тем не менее, пока Сан-Франциско по уровню заболеваемости и по проценту, он... Да, показатели у них какие-то удивительные. Далеко стоит от Нью-Йорка. Да, да, вы правы, конечно. Я тут не висел, так сказать, а кто в пригородах, там относительно спокойно. Спасибо большое. Спасибо, да, вы правы. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здрасте. Здравствуйте. А вот Трамп выкинул эту Всемирную организацию здравоохранения, еще Шопов он выкинул. А все, кто хочет присоединяться к Трампу в другие страны, и все платят, ну, такие взносы, и все, будут с Америкой дружить. А остальных всех таких, как Китай, Индия, всех посылать на 3 буквы. Я у меня хотел у вас спросить, а где вы находитесь, какой у вас адрес? Адрес у нас... 310 Мелвин Драйв. Вы позвоните к нам в редакцию, потому что сейчас долго буду объяснять. Позвоните в редакцию по телефону 480-0023, и вам расскажу. Спасибо. Пожалуйста, да. Спасибо. Ну что, на 3 буквы это в душе, наверное, надо посылать. Да. Так вот эта дискуссия по поводу того, открывать, не открывать, и в соцсетях вызвала реакцию бурную. И люди по-разному реагируют. Люди, которые придерживаются, может быть, одинаковых взглядов политических, но реагируют по-разному. Просто некоторые семьи попали в чрезвычайно. Ну, скажем, один мой хороший знакомый пишет, что «А кто виноват? Надо было позаботиться заранее, мол, а то люди хотят все и сразу, а вместо того, чтобы иметь на черный день, там, на несколько месяцев запас, как бы, финансовый». Ну, во-первых, не все могут позволить себе. Мы знаем статистику, 3/4, по-моему, населения страны
проводился опрос, в случае какой-то чрезвычайной ситуации, которая потребовала там $400 или $500 вот единовременно выплатить, люди не в состоянии этого сделать. 3/4 населения не в состоянии этого сделать. Вынуждены будут обращаться к кредитной карточке. Это первое. Это не значит, что все бездельники, это не значит, что все... Ну, во-первых, слушайте, средний доход семьи там несколько десятилетий назад был 42 тысячи. Там дома стоили, машины стоили по-другому, налоги были другие. И люди, которые работают, получают зарплату, я не знаю, $20 в час, $25 в час. А посмотрите, как стоимость жизни растет. Ты помнишь, когда поэтому... бензин был почти $4, и даже в Чикаго уже больше, и все подняли цены на продукты, на товары, на строительные материалы, мотивируя тем, что бензин дорогой. Посмотрите, сколько сегодня стоит бензин. $1.39. И сколько стоят те продукты. Да, их те продукты, а они как дорожали, так и продолжают дорожать. Я вот, уже у нас времени не остается, вот о чем подумал, что я думаю, что, наверное, когда пройдет это все, будет опять какой-то очередной суд над Трампом, которого обвиняют в том, что из-за него погибли там тысячи, да, тысячи людей. И сейчас уже даже есть... А, и сразу это доктор Фиучи, он как бы уже выступил с разъяснением, что когда ему задавали вопросы по поводу того, нужно ли американцам остерегаться этого вируса, то он как бы попал в просак и не понял. И, между прочим, уже где-то составили список его высказываний, начиная от января месяца, где он постоянно твердил, что нам нечего опасаться, что у нас все будет хорошо и все будет под контролем. А меня напрягает, я не являюсь противником или сторонником вакцинации. И вот эта тема тоже в последнее время, на эту тему очень много спекуляций ходит в соцсетях. Я знаю, что некоторые вакцины просто необходимы, но вот та настойчивость, с которой политики говорят о том, что мы откроем страну и вернемся к нормальной жизни только после того, как 100% населения получат вакцинацию, и заинтересованный, скажем, Билла Гейтса в этом, большой тоже медицинский специалист Билл Гейтс, который, кстати, финансировал в значительной степени вот эту организацию, здравоохранения. Незначительно, его вливания были больше, чем всей Америки. Это настораживает. Понимаете, во-первых, такие люди, как Билл Гейтс, если даже он делает какие-то, донейшн, какие-то такие благотворительные акции, потом выясняется, что они носят довольно такой утилитарный, практический характер. Кто платит, тот заказывает музыку. То есть он манипулирует потом этими организациями. Вспомните Common Core. Потом, когда он сказал, не получился эксперимент, какое-то количество, какая-то генерация детей просто отупилась маленько, стала тупее в результате внедрения Common Core, стала глупее, тупее и так далее. Не получилось. Еще раз говорю, я не являюсь ни сторонником, ни противником вакцинации, но порой, когда смотришь, это напрягает, с какой настойчивостью определенные группы интересов проталкивают эту идею. А имеет ли право тебя заставить делать эту вот прививку? Потому что это как бы твое тело. Абсолютно. Ты хозяин его. Я всегда говорил, что свободная страна — это страна, в которой ты имеешь право на успех, и в которой ты имеешь право быть идиотом или упасть. И у тебя будет возможность подняться. Ты можешь добиться успеха, и ты можешь, наоборот, провалиться. Это твое право. Этим отличается свободная страна от несвободной. Причем, как правило, чем больнее ты упал, чем больнее ты ударился, тем с большим желанием ты хочешь подняться. Еще можно принять. Звонок, добрый день. Да. Добрый день. Добрый день. Вы то, что сказали о том, что Билл Гейтс дал 100 миллионов, он крупнейший донор и как бы де-факто управляет ВОЗом. Это не совсем корректная информация. Пару дней назад президент Трамп многократно говорил о том, что наша страна, Соединенные Штаты Америки, ежегодно давала ВОЗу, Всемирная организация, 500 миллионов. Ежегодно. Каждый год. О чем идет речь? Одноразовая донейшн Билл Гейтса 100 миллионов. На самом деле, 500 миллионов ежегодно. На самом деле Билл Гейтс не одноразовая донейшн делал. Там на самом деле деньги, которые он инвестировал в
Но эта организация исчисляется миллиардами. Если дело в том, что его, что есть очень много информации. Я буквально 3 или 4 дня назад читал об этом. Есть информация, где сказано, сколько он влил денег в эту организацию и какие были его интересы. Ну, естественно, есть и какие-то бредовые идеи, которые люди обвиняют его, что его цели уменьшить чуть ли не население Земли этими экспериментами. Он сам дал повод для таких, да, для таких конспирологических заявлений. Но тем не менее, он всегда говорил о том, что контролировать надо население каким-то способом. И ходят какие-то теории о том, что вот якобы в эти вакцины какие-то элементы были добавлены, чтобы стерилизовать, чтобы люди, чтобы женщины не беременели. В общем, это все, я не знаю, или это теория заговора, или что это такое. Обсуждать это не имеет смысла. Если только так, поднять рейтинги программе, чтобы народ взбодоражить. На эту тему говорить не хочу, но хотелось бы, чтобы как можно скорее, в разумных пределах, страна вернулась к нормальному функционированию, потому что для многих эта ситуация на самом деле смертельно на сегодняшний день. Это задача номер один нашего президента. Тот, что он пытается сделать, открыть страну в кратчайшие сроки, чтобы как-то экономика хоть могла немножко подниматься. Потому что я знаю конкретных людей, которые попали просто в безвыходную ситуацию. Это просто правда. Безвыходная ситуация. Никаких ничего. Они находятся здесь легально. Приехали недавно, там пару месяцев назад, легально по грин-карте, выиграли грин-карту, приехали. А супруга сразу пошла работать. Но, к сожалению, причем супруга стоматолог, работала там стоматологом, здесь пошла работать, поскольку у нее нет лайсенса, она пошла работать dental assistant, а через месяц все закрылось. Сережа, сегодня таких миллионы, потому что от чека до чека живут очень многие. Я уже говорил, 3/4 населения страны живут от чека до чека. А вот даже те, кто пошли на пособие по безработице, к сожалению, там тоже не все гладко. В нашем штате точно не все гладко. Чеки отправляются людям, которые умерли. Это не шутка, это правда. То есть неразбериха сегодня еще тоже. Будь здоров. Берегите себя. Всем хороших выходных. Всего хорошего. Но у нас впереди еще очень много интересных программ.